Всем привет, пацаны, всем привет, девочки. О, привет! Сегодня мы с братом расскажем вам, как я, практически ничего не делая, заработал 5000 рублей. Только для начала подписочкой на канал меня давайте поддержим, потому что у меня самая годная инфа по заработку, продвижению, это во-первых. А во-вторых, у меня нет никаких реферальных ссылочек в описании, по которым бы я мог на вас зарабатывать заработок на посредничестве. Это вот самая лучшая, простая и честная схема заработка в интернете, я вас просто уверяю. Нужно только лишь свести покупателя и продавца. Досмотрите этот ролик до конца, я покажу, как заработал я и расскажу, как можно заработать тебе, вот именно тебе. Недавно я брал интервью у Игоря, который из Тиктока переливает трафик на свой Телеграм. Кто не видел это интервью, можете по ссылочке в описании его посмотреть. И вот у этого самого Игоря тоже есть свой YouTube канал. Там, по-моему, всего 4 ролика. И недавно он записал ролик, где рассказал, как можно очень дешево рекламироваться в TikTok, рекламировать свой телеграм-канал. И в конце видео говорит, я хочу продать свой телеграм-канал с фильмами всего по 3 рубля за подписчика. На тот момент в его телеграм-канале было 19 тысяч подписчиков. Я посчитал 3 рубля за подписчика умножить на 19 тысяч это получается 57 тысяч он хочет за канал я такой сразу оценил прикинул реальную стоимость такого канала и понял что в принципе ты недорого он его хочет продать с учетом того что канал свежий значит аудитория еще на нем не выжжено, там хорошие охваты, что очень ценится. И еще плюс продается в день у него два рекламных поста. И, в принципе, за 57 тысяч он очень быстро улетит. Главное, это ж нужно знать, кому предложить, да? Я ему сразу написал, говорю, Игорь, Игорь, а давай я приведу тебе клиента, продам канал за столько, за сколько я захочу, но ты получишь 3 рубля за подписчика, как хотел. Игорь сразу, конечно же, согласился. Еще у него был один канал, тоже по фильмам, там было 6 с небольшим тысяч подписчиков. Он говорит, если еще и его продадим, то будет вообще супер, так как мне там нужен какой-то крутой ноут. Я говорю, давай сначала начнем с большого, то есть с ним сначала разберемся, а потом дальше будет видно. На следующий день я пишу своему корешку Мартенсу, у которого своя биржа по купле-продаже телеграм-каналов, где 26 тысяч подписчиков. Пишу, Мартенс, нужно продать канал, скинул ему пост, где писал все преимущества канала и поставил цену 69 тысяч рублей с торгом. Ну и в самом низу поста ссылка на мой аккаунт, и я написал, что по поводу продажи канала можете писать мне. Мартинс выложил пост, и мне, наверное, сразу в этот же вечер человек 8 или 10 написало. Скажи, да? Скажи, что я не вру. Красавчик. Кто-то просто полялякать, кто-то действительно был заинтересован в покупке, кто-то пытался снизить сильно цену, но я стоял на своем, говорю, вот Косарь, косарь вам только скину, это максимум. Так как канал действительно стоит своих денег. Ну и, в общем-то, с тремя людьми мы договорились на следующий день. Один в итоге сразу отсекся, второй говорит, подожди, пожалуйста, еще до завтра, я его 100% куплю, даже и без торга за 69 заберу. Третий говорит, давай буду покупать, уже перевел деньги в рублевую валюту на своей карте, так как он с Украины, и у него все было, по-моему, в гривнах. Как проходила сделка? Мартин создал чат, где был я, то есть продавец, покупатель аккаунт создателя Игорь и гарант сделки Мартенс. Я уже снимал ролик про то, как продавал свой телеграм-канал. Ссылка будет также в описании, можете перейти посмотреть. Продавал я его тоже, кстати, через биржу Мартенса, все честно. Так что можете, если что, совершать сделочки через него. В общем, Игорь перевел канал на гаранта, то есть на Мартенса. Покупатель перевел 68 тысяч рублей Игорю. Была небольшая заминка с переводом, правда, так как была сложность перевести с Украины в Россию, но в итоге через пару часов Игорь Перевели 68 тысяч. Мартенс передал права на канал покупателю, Игорь перевел мне мои комиссионные, но это не 11 тысяч, как должно было быть в самом начале, а всего 4. Почему 4? Потому что на момент продажи канала на нем уже было больше 22 тысяч подписчиков, когда я его выставлял было 19. И вот буквально за пару дней канал вырос до 22 Потому что у Игоря была закуплена реклама, еще из тиктока подписчики приходят и в общем я ему написал есть реальный покупатель, а даже за 64 он согласился и еще из этих четырех моих комиссионных, которые он мне перевел 2000 рублей ушло гаранту, потому как Мартин за свои услуги берет процент от суммы сделки, в итоге чистыми у меня вышло всего 2000 рублей. Потом на следующий день мне также продолжали писать с биржи продаете ли вы канал, я говорю не нет, канал уже продали, ушел ваш поезд. И потом вспомнил, что Игорь говорил еще про какой-то свой канал, и что было бы хорошо, если бы мы его тоже продали. Тут я сразу же смекнул. Смекаешь? Смекаешь? Смотрю на этом маленьком канале, уже 8 тысяч подписчиков, думаю, нужно действовать. И уже следующий человек, который написал мне по поводу канала, я говорю, что большой канал продали, есть вот альтернативный канал тоже по фильмам, где 8 тысяч подписчиков могу продать его за 28 тысяч рублей. И первый же, написавший, сразу согласился. На следующий день он... Перевел деньги, сделка была даже без гаранта, поэтому я сэкономил на комиссии. Перевел Игорю он 28 тысяч рублей, мы умножили количество подписчиков на том канале на 3. Получилась сумма 25 тысяч, это именно та цена, за которую Игорь хотел продать канал. В итоге с продажи этого канала сумма моих комиссионных составила еще 3 тысячи рублей приплюсуем комиссию с первого проданного канала 2000 и в итоге буквально за пару дней, не прилагая абсолютно никаких усилий, я заработал 5000 на посредничестве в Телеграм. Мог бы заработать больше, если был бы чуть-чуть понаглее, поставил бы выше цену канала, немного подождал и канал точно, точнее каналы точно так же купили бы, так как они реально стоят своих денег. Что вам мешает, что тебе мешает заняться подобным? Накину идею. Можно искать каналы, которые выставлены на маленьких биржах, там где до 5000 человек, списываться с продавцами, предлагать им, что вы найдете им клиента, выставлять их от своего имени на более большие биржи и на этом зарабатывать. Ничего, в принципе, сложного. Так можно делать не только в Телеграме. Недавно у именитого блогера вышел ролик, как он больше 30 тысяч рублей за несколько часов заработал. Заработал он, по-моему, на фриланс биржи FL.ru. Он купил на этой бирже старый аккаунт, накрутил туда отзывов, брал дорогие заказы на видеомонтаж, потом отдавал эти заказы другому фрилансеру за более низкую цену и разницу забирал себе в карман. Кому интересна эта схема, в своем Телеграм-канале я скину ссылку на этот ролик, где он, в принципе, все подробно объяснил. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, можете туда переходить. У меня друг, кстати, занимается подобной схемой, тоже на посредничестве. Что он сделал? Он позвонил в одну конторку, которая занимается перетяжкой мебели. Причем конторка это вообще с другого города даже сказал, пацаны, давайте я вам буду приводить клиентов, но не по такой цене, по которой вы продаете свою услугу, а немного дороже. Всю разницу я буду забирать себе. Ну скажите, ну мало кто не согласится на такие условия. Всем нужны клиенты, особенно сейчас в... во время высокой конкуренции. После того, как они согласились, он выложил объявление на Авито, Юлу и в первый месяц заработал в районе 20 тысяч рублей на посредничестве. Сейчас он занимается не только посредничеством на перетяжку мебели а еще на компьютерную помощь на аренду квартир э, сводит то есть агента и арендатора и за это берет свою комиссию вариантов в принципе масса их очень много главное чуть-чуть чуть-чуть включать голову ну скажи, что не вру, а? Ну, ну скажи. А сейчас давайте проверим статистику. Мне просто интересно, кто досмотрел этот ролик до этого момента. Пишите в комментариях. Кеша хороший, Кеша хороший, Кеша хорош. Вот, так что давай, действуй. Хватит прокрастинировать.